Национальный музей страны сегодня презентовали триптих масштабного проекта «Менгли-Кьель». На полотнах размером 3 на 6 метров художники изобразили ханов и биев, которые сыграли значительную роль в становлении казахского ханства. Ключевые фигуры первой композиции – ханы Кирей и Женебек. На второй тауке хан оглашает биям новый свод законов. Центральная фигура триптиха – Нурсултан Назарбаев. Президент специально показан в движении. Именно лидер нации по замыслу авторов объединяет не только прошлое и настоящее, но и будущее Казахстана. Республика идет как бы в будущее. И Елбасы как бы открывает дверь в будущее. Такой смысл. Полотна писал творческий коллектив из 5 художников во главе с Ербулатом Тулебаем. Художники активно работали с историческими документами, поэтому детали костюмов, воинские доспехи, утварь, архитектура – все соответствует той эпохе. На работу такого уровня потребовался целый год, но это только начало. Всего по проекту «Менгли-Кьель» будет создано 16 картин. Я считаю, что картины просто уникальны. Художникам удалось достоверно показать культуру, экономику, быт, историю той далекой эпохи. Сам проект посвящен 550-летию казахского ханства. Думаю, картины будут интересны не только казахстанцам, но и гостям нашей страны.